Доброе утро, это Гармония. Сегодня с вами поговорим, как помочь своим растениям пройти зимовку. Во-первых, первое, что мы с вами делаем. Мы просматриваем ствол наших растений. Обязательно присмотритесь к блеру, кедровым, особенно пендулы формы. Для чего? Посмотрите на ствол. Если есть маленькие жучки, типа щитовки, либо, например, почернение ствола. Я посмотрел, у нас все чистенько, слава богу. Так вот, если есть, обязательно обработайте их фундазолом. Сначала от жучков, от щитовки, либо от других видов жирности. Почему? Потому что они могут высасывать сок из вот этих растений, особенно серьезно. И вследствие чего вызывают сажисты. Сажисты — это очень сильный грибок, поэтому придется его много раз проходить, чтобы уничтожить полностью. Особенно они любят селиться на вот таких растениях, как различные виды можжевельника. Второе. Рассмотрите обязательно можжевельнички. Нет ли у них внутри отсохших веток и все остальное. Если есть, аккуратненько мы их вырезаем. Почему? Пока суть до дела, до зимы, в течение зимы, они там прям разовьются. Поэтому проще убрать с подсохшей веточки. И после этого пройти всю цирконом. Можно внести осеннее удобрение. Что в составе был азот, фосфор, магний, железо, то есть сера. Это вообще будет хорошо для вашего растения. Очень много препаратов на этом основе. И после этой обработочки, когда все сухое убрали, пройдете цирконом, либо эпином. То есть и все у вас будет хорошо. Хорошего дня вам, не забывайте подписываться.